опять наш бич не забивает. Закон хоккея не забиваешь, ты забивает тебе. Были моменты, хотя были моменты с обеих сторон. Почему-то или из-под нагрузки тяжело выходим, или что-то не получается в конце. Осталось, и это не хватает точности, передачах, точности завершения. Но и наш бич в большинстве опять не смогли забить. 5-3, 5-4, хотя моменты были. Где-то чего-то не хватает. Будем стараться, следующий матч будет сдавать. Может быть, где-то уже это психологическая нагрузка идет, как бы психологический бич, что 1-2-3 момента не забили, и где-то на ребят уже ложится какая-то нервозность, и от этого все. А так, я скажу, что по желанию, по борьбе команда не уступила сегодня. Всех с победой! Так скажу, тяжелая игра, тяжелая победа. Тяжелая игра, тяжелая победа, в общем. Тяжелый момент выстояли, молодцы, особенно практически 2 минуты, 3 на 5 играли. Что-то получается, что-то не получается. Ну, как бы ни было, в общем-то, готовимся на завтра. Для нас завтра игра определяющая будет. Будем мы за какие-то места бороться или не будем. Сегодня, ну, так скажу, есть какие-то вопросы. Ну, может быть, даже больше вопросов, чем ответов. Ну, как бы ни было, победа есть победа. А на завтра будем настраиваться, будем перестраиваться.